Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео готовим очень вкусный и полезный овсяный пирог без муки, без сахара, который больше похож даже на чизкейк. Итак, приступим к приготовлению. Разминаем банан вилкой и выкладываем в глубокую миску. Добавляем к бананам ванильный экстракт, одно яйцо, корицу и семена чиа. Если у вас нет семян чиа, можно добавить льняные семена. Перемешиваем до однородности. Теперь добавляем кокосовое молоко и еще раз перемешиваем. Можно взять любое растительное молоко, какое у вас есть. Последний ингредиент – это овсяные хлопья. Добавляем их к получившейся массе и перемешиваем до однородной массы. Овсяные хлопья выбирайте, которые варятся долго, не быстрого приготовления. Теперь смазываем форму для выпекания растительным маслом. Я использую кокосовое. И выливаем получившуюся массу. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут или до готовности. Теперь берем любой йогурт, лучше взять греческий, я использую кокосовый, и чернику. У меня она замороженная, я оставила ягоды размораживаться при комнатной температуре, пока выпекался пирог. Покрываем слоем йогурта наш остывший пирог. Посыпаем сверху ягодами. Можно еще добавить орешки. Я возьму горсть лесных орехов. Можно взять грецкие орехи, миндальные орехи или орехи пекан, или любые, какие вам нравятся. Очень вкусный и полезный овсяный пирог без сахара, без муки готов. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. Увидимся в следующих видео.